тогда еще я сливочного масла, у меня было грамм, наверное, 30, потому что такого сливочного уже масла, потому что у меня тесто никак не собиралось в кучку. Все-таки раньше маргарин, видимо, было по 200 грамм пачки. Мне нужно сделать трефильки немножко, наверное, как шарики. Сейчас я раскатаю двумя руками, наверное, покажу и сделаю, и раскатаю шарики. Раскатала. Ну, пусть у меня будут вот такие вот кусочки небольшие. Сейчас шарики накатаю. Шарики катаются хорошо, вот видите, катаются шарики, хорошо катаются, сейчас я катаю шарики. Я из той половины сразу все раскатала. Подготовила противень. Мазала маслом. Сейчас мы будем делать форму трюфелей. Ну, я так думаю, просто вот кончик вот так сплющу. И все. Сильно ошибка не буду. Вот сделаю как игрушку. Вот тебе. Вот так вот просто я ее расплющу, наверное. И все. Вот так вот. Расплющу. Потому что это же печенье получается. Пусть у меня будут вот такие трюфельки. Хорошо катаются шарики. Само тесто было тяжело собрать в кучку. А у меня мое готово. Видите? В общем-то, чистая зубочистка. Готово. Теперь, значит, я обваливаю горячее, прям сразу горячее печенье. Обваливаю какао с сахарной пудрой и добавила сюда еще. Пробую печенье. Печенье получилось песочным. Очень мягкое. Быстрая песочная.